Дружище, если ты хочешь снимать так же, как я, эти компьютерные колонки, а также компьютерную мышку, клавиатуру снимать, а также рассказывание этого Свена и Дженниуса, даже можешь там звонить, там и покупать себе, и записывать, рассказывать вам об этих колонках, также на Авито и на Юле можно рассказывать. Также GoldDTA, ты можешь сюда заходить в эту игру там, покупать магазинные чайные листья, а потом сажать. И покупать за эти 200 этих пугалов и 200 эти, и 30 тысяч собак покупать. Вот у тебя такой же будет урожай, как у меня. Ты даже можешь собирать и продавать листики и получать на эти... На эти золото и монеты можно получать даже. Золото, вот эти. А если что-то не будет хватать, то значит пополняйте там на счета Яндекса, Киви и другие платежные системы можно пополнять. Также можно выводить оттуда деньги из этой, из игры и получать заработанные деньги. И все. Также можешь получать ежедневный бонус в этой игре Golden Mines. Можешь получать и за гномов жди, а также можешь пополнять для покупок этих гномов. Покупайте гномы. Гном малыша покупайте. За 21 штуки покупайте. А студент покупайте 200 штуки, а спец только покупайте 40 штуки, а бывалый покупайте 400 штуки, а профи покупайте на 60 штуки. Так и будут больше, много приносить вам доход и больше много деньги. Ну ладно, я пока не буду вас задерживать. Давайте мы приступим к просмотру к этому видео. Холобол, как и все хорошее в этой жизни заканчивается, так и у меня, черт побери, заканчивается плеер, и поэтому пришлось подняться свою пропуск, сесть в машину и поехать затрачивать езду по центру Ростовской Орской пробки. Всегда красивый системный блок. Сейчас, по-моему, вот этот такой вот старенький. Так, сейчас вот отваливается. Старенький вот такой вот. Вот, видите, уже старый у меня системный блок большой. Сейчас большой у меня сломал. Там плохой был... Ну, некрасивый системный блок этот. И пришлось поменять на маленький самый системный блок. Красивый. Я поэтому на чердак и поставил сюда. Чтобы было проще кулера оживить в этом. В 10 лет назад мой папа покупал компьютер. Уже 10 лет назад этот корпус уже прошло 10 лет. Представляете? 10 лет моей жизни. И как всегда, Орск объявлений на Юле. Потому что я вам говорил... Стратегия такая, если у вас нету денег, вам надо постоянно монтировать на Авито и на Юле поиска какого-нибудь вот такого вот этого компа, маленького компьютера. Даже здесь кнопка «Не выключать сериста». Я поставил на эту кнопку повер к материнской плате, что отвертка замкнул, а потом подключил повер к этому. Вот кнопка. Здесь я не подключал вот это. Во, картридер я это подключал. Дальше буду рассказывать вам.
Либо хорошие варианты улетают за 20-30 минут. И в очередной раз, когда я делал серию Сэм один в пирамиде видео, он сразу же не стал показывать. И не оценил никто этим за этим лайком. А системный блок я покупал уже 25 октября 2019 года, когда я чистил кулер, во-первых. И с помощью этого фена, и от пыли, и все остальное. Но тут мне показалось очень серьезно, что сам компьютер стал сам отключаться. Что-то уже и пошло не так с корпусом. Теперь я купил термопасту за 70 рублей, смазывал этот кулер. На процессор вставил и закрепил его, и на месте поставил на системную материнскую плату. Скоро он начал нормально работать. И потом пришлось 28 октября поменять на новый маленький вот такой вот компьютерный модель. Но все же уместился в этот корпус блок питания, материнской платы и все прочее. Ну и давайте рассмотрим и расскажем, и прочитаем, что это модель SP110, колонки белые и черные. Очень удобно, недорогие колонки, громкость невысокая, но не бумбнят и не хрипят. Отсутствие нижней частоты, ТЕ, нижней 200 ГЦ. Берите, не пожалеете. Коротко о товаре. Так, у нас компьютерная акустика стерео. Суммарная мощность 1 Вт, однополосные колонки, материнская по корпуса колонки пластиковая, диапазон часто 220 Гц, разъем для наушников есть, выход для наушников не надо, лазить на компьютерный, короткий шнурок. Уже, наверное, года два используется за 300 рублей в вполне нормальной колонке. Покупайте, если вам не нужен сам сабвуфер. Подробные характеристики. Подробные характеристики типа 2.0. Суммарная мощность 1 Вт. Цвет черно-белый. Материал корпуса фронтальных колонок. Сателлит лито пластика. Диапазон воспроизводительности частота 220 тысяч ГЦ. Одно отношение сигнал шум 67 дБ. Функциональная возможность. Питание от сети интерфейс. Ленивый вход. Стерео есть разъем мини-жацк. Разъем для наушника есть то, что сейчас и говорим по колонке SPP110. Акустика, количество полос фронтальных колонок 1. Мощность фронтальных колонок 0,5 Вт. Размеры динамиков фронтальных колонок 1,50-90 мм. Дополнительная информация. Размеры фронтальных колонок ШВГШ 69 мм, АВ 154 мм, Г 95 мм. Необычная глубина и гармонии звучания, фантастические теплые тонны и спектр звучания. Лучший выбор для настоящего аудиофила, хоть и немного дороговато, но стоит того. Цена, сложность в настройке и регулировки, а также высокое требование к источнике и типу соединения, но того стоит. Начало кажется неподъемной ценой, но мне повезло, я 7 лет копил на машину, и вот поплюнул на все живё, ведь один раз взял и купил, теперь с наст лифт
А если учесть, что на матери стоит в стороне ауди-карты, реалтека, чиен, аудио, трещит класса, то сами понимаете, какое они дают звучание. Недавно еще в качестве звукоизоляции прибыл матрас на стену за колонками. Звук стал на порядке объемный и гармоничный. Думаю, вот оба усилики. Да, их можно будет как следует раскачать. Прекрасный звук за эту цену без шуток. Очень низкая цена, выход для наушника через 2 года эксплуатации. Одна колонка стала барахлить, отключается временами. За эту цену отличный выбор звука, качественный, правда, конечно, басов маловато, равно, как и мощность, но звук хорош. Прочитав отзывы, я долго не мог поверить в качестве этих колонок. После покупки я был поражен глубиной звучания. Насколько что отдало соседа акустику Boss, как современно не нужную мне теперь. Да. Кому-то проще это месяц не лежать на диване и зарабатывать больше денег и купить нормальный ПК. Каждый выбираете себе свой путь обязательного комментария, как и вы считаете нормально. Я купил все-таки акустическую систему. Именно можно было еще что-нибудь починить. Получить, чье найти. Ну и традиционно, но у меня к вам предложение 10к лайков, и я сюда пихаю какую-нибудь материнскую плату в колонку. Если вам понравился этот видосик, ставьте лайки, подписываемся на канал, делимся видосы со своими друзьями в соцсетях. Всем по... Коинская удача и Санаро!